Здравствуйте, уважаемые друзья! Хочу предложить вашему вниманию необычный немножко поппер, как я его обозвал, ныряльщик. Подготовил я вот такой крючок, не за цепляечку. Проматываем нитью до загиба. И здесь будем крепить весь наш материал. Берем небольшой пучочек люрикса и крепим его здесь, у загиба. Парочку оборотов. Закрепили. Закрепили. Теперь берем с вами, промажем место клеем и сформируем хвостик у нашего поппера. Возьмем немножко щепоточку красного. Вот такой кусочек красного мехописца. Подшерсток удаляем. И я стараюсь так, чтобы у меня весь наш мех огибал. Немножко вот так одеваю как бы на цевьё и прихватываю. Вот так. В одной точке сильно не ерошиваем его, оставили. Теперь я выбираю как можно длиннее мех писа, кисточку не очень так, чтобы она была объемная, где-то в пол карандаша. Больше нежелательно, потому что он у нас будет немножко неправильно тонуть. Убрали подшерсток, подровняли. И здесь теперь уже, не рассредотачивая мех, начинаем крепить. И также в одной точке захватили. Вот у нас вышла вот такая с вами конструкция. Теперь мы с вами должны добавить еще люрикса. Поэтому я беру еще щепотку хорошую, вот такого люрикса, более плотного. И стараюсь его разделить на две равные части. Вот где-то вот так. И прихватываю. Рассредоточили наш люрикс. Подровняли. И добавим еще немножечко снизу. Совсем щепоточку небольшую люрикса. Вот так добавили. Посмотрели, еще подровняли длину. Промажем хорошо место клеем и плотно примотаем.
И теперь на месте крепления нашего люрикса я подготовил остаточек вот такого пера шартрез, который я намотаю. И вот такое перышко гризли. Сейчас мы его подготовим. И закрепим. Намотку делаем с использованием даже пухового пера. Это для нас даже еще лучше будет. И крепим перышко шартрез. Тоже так, если у вас попадает пуховая часть, это даже очень хорошо. Закрепили перо и остатки отрезали. Я подготовил немножко необычный вот такой формы скошенной поплавок. Но прежде чем мы с вами его установим, я подготовил вот такую скрепочку, которой крепятся все бумажные наши изделия со степлера. И здесь в любом удобном месте я вот так его прихвачу. Для того, чтобы мое тело не прокручивалось. Прихватили. Нить убрали. И теперь на месте, где я закрепил свою скобочку, я промазываю хорошо клеем. Промазываю разрезную часть своего попера.
клеем и одеваю, стараюсь так, чтобы попасть хорошо вот на свои эти вот зубчики. Вот так одели и подровняли. Вот должна выйти у вас вот такая конструкция. И теперь, как вы видите, у нас еще осталась щель. Я ее промажу клеем и приклею глазки. Вот я приклеил глазки, дождался, пока приклеится на срезе мой клей. И наш необычный поппер, ныряльщик, готов к эксплуатации. Иногда выручает, когда обыкновенный поппер не дает. Игра довольно-таки необычная. Убедитесь сами. Благодарю за внимание. До скорых встреч.